он мне снился третий день, вернее, снился третью ночь. Сперва я думал дребедень и отгонял видение прочь. Но в свете утренней зари плеснуло в душу кипяток. Он просто тихо говорил: ты откопай меня, сынок. Лопатка, фляга, вещмешок и две гранаты РГД, сосенки, ствол, карандашом, а рядом с ней мой юный дед, пропавший без вести войну, пробелом между страшных строк ко мне ладони протянул. Ты откопай меня, сынок. Мне Бог послал хороший день, и электричку, и такси, и взгляды сонные людей, которых было мало сил. И я как будто бы здесь жил, узнал окопчик под сосной, и все ночные миражи сплелись в видение одно. И старой каски ржавый бок, а лезвие заскрежетал, и в руки мне подземный ток потек сквозь выцветший металл. И я увидел взрывы мин, и я услышал боя злость и диких трассеров огни, меня пронзившие насквозь. И замер ветер в вышине, и время свой прервало бег, и я почуял, как ко мне подходит сзади человек. Он тихо тронул за плечо, а повернуться я не смог. И налетело горячо: спаси Господь тебя, сынок. Поиски потерянной памяти, поиски потерянной жизни — очень непростое занятие, если это делать всерьез. Но страны расстеленной скатерти снова кровь пролитая брызнет. Выдержишь ли ты испытание? Сам себе ответь на вопрос. Сам себе ответь на вопрос.